Нерюнгринском районе запустили социально-экологическую акцию «Добрые крышечки». Ее цель – собрать средства для лечения 2-летней девочки Софии, которая страдает от тяжелого генетического заболевания. Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты. Девочка-бабочка. Как красиво звучат и сколько нестерпимой ежесекундной боли таят в себе эти слова. Любое, даже самое нежное прикосновение к коже вызывает образование на ней волдырей, которые, лопаясь, оставляют после себя страшные открытые раны и доставляют малышке нестерпимую боль. То же самое происходит и на слизистой внутренних органов Софийки. Малышке нужна терапия, которая заключается в правильном уходе за кожей с применением импортных дорогостоящих медикаментов и перевязочных средств. Родители не в состоянии ежемесячно закупать нужное количество медикаментов и просят помощи небезразличных людей. Решили сделать акцию «Добрые крышечки» для Софиюшки. Эта акция проходит в больших городах уже очень давно. В Нерюнгри она с 2017 года, вот только в августе мы ее запустили. Суть акции очень проста. Нужно собрать обычные пластиковые крышечки. Идет от соков, от тетрапаков, от молока. Не подходит, в принципе, только от бытовой химии. Пластиковые крышечки от бутылок, дойпаков, тетрапаков, от молока и сока собираются всеми желающими в пунктах приема, адреса которых можно найти в группах социальных сетей. Затем крупная партия крышечек отправляется на завод по переработке пластика. На заводе сырье взвешивают, деньги за него переводят на счет родителям Софии для закупки медикаментов. Изо дня в день вот мы ходим в магазин, совершаем покупки, да, и взяв воду, допустим, ничего не стоит бросить крышку в лоток и тем самым помочь ребенку. Знаете, это сущий пустяк протянуть руку и бросить крышечку туда, куда нужно. Живем в одном городе, а проблема Софийки уже далеко за пределами России известна. Поэтому нерюнгринцы, общественность, мы должны быть деликатнее и проявить свою активность. Каждый новый день – это еще один шанс. Шанс изменить жизнь к лучшему. Сделать кого-то счастливым, подарив ему чуточку своего тепла. И ваше доброе дело облегчит боль маленькой Софии, которая мечтает быть здоровой. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри. Thank you.